Без 5:09 утра я собираюсь на работу, мне звонок. Я поднимаю телефон, мне звонит тренер Славика, Руслан Богданов. И говорит: Коль, так и так, говорит, все, говорит, Славы, говорит, нету. Я Абдулгаминовых. Говорю: как так? Он говорит: Коль, произошла авария. Вячеслав Щанников и его одноклассники, родные братья Рахман и Джейхун Абдулгамидовы, погибли в тот злосчастный день. Еще один пассажир, 12-летний мальчик, был доставлен в больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает. По версии сотрудников госавтоинспекции, ДТП произошло по вине водителя-экспедитора Сахипа Хадувердиева. Он уснул за рулем. 6-й батальон ГИБДД МО Московской области МВД России, РФ, инспектор ДПС Кузьмин Владимир Иванович. Который был на аварии. Да, который непосредственно присутствовал на аварии, который вел вот свой слог. Лично общался с водителем «Газели», который мне пояснил, что уснул. Он проснулся, когда уже был удар. Судебное дело было возбуждено 25 марта прошлого года. Оно продолжается до сих пор. Изначально под стражу взяли двух водителей – тренера спортшколы «Сокол» Руслана Богданова и экспедитора Сахипа Хадувердиева. Однако через 5 месяцев ситуация изменилась. Богданова перевели под домашний арест, а виновника аварии превратили в свидетеля. Причины неизвестны. Семьи Щанниковых и Мантровых неоднократно писали заявления в разные инстанции. Однако никакого вменяемого ответа они не получили. В общем, все, что мы не просим, нам во всем отказ. И решила я задать вопрос, спросить, как может быть обвиняемый участник ДТП стать свидетелем. Меня выгнали из зал суда. Да, мне просто судья сказал: встаньте, выйдите из зал суда. Сейчас, по словам семей, Хадувердиев отрицает тот факт, что он заснул за рулем и что вообще выезжал на полосу встречного движения. По версии суда, Руслан Богданов сам выехал навстречу «Газели». Это противоречит показаниям других свидетелей, двух водителей, которым чудом удалось избежать столкновения. По словам родителей, на все это закрывают глаза. У него в машине стоял ГЛОНАСС. На ГЛОНАССе 80-85 километров показывает, а с его слов 40-50 километров он ехал. На момент выхода репортажа Сахип Хадувердиев имеет статус свидетеля. Родители всеми силами пытаются оспорить заявление суда. Мы будем следить за развитием событий. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».